Друзья, как же прекрасно находиться в весеннем лесу. Щебетание птиц, шелест листьев. Это просто великолепно. Здравствуйте, уважаемые шашисты. Сегодня мы с вами поговорим о правилах этикета на соревнованиях по русским шашкам. Ну и вообще на всех соревнованиях, так скажем, связанных с интеллектуальной деятельностью человека. Слово «этикет» произошло от французского слова «этикетка». То есть впервые при дворе французского короля Людовика XIV, короля Солнца, были записаны правила поведения во дворце, и эти правила раздавались всем посетителям дворца. Именно от слова «этикетка» произошло слово «этикет». В принципе, раньше это были, так скажем, прописные истины, но впоследствии слово «этикет» стало означать негласные правила поведения в обществе. То есть любые соревнования по любому виду, так скажем, интеллектуальной игры – это, ну так скажем, особый вид взаимодействия людей. И у этих соревнований также есть свои особые негласные правила поведения. То есть, во-первых, что надо сделать? Если вы участвуете в соревнованиях, зашли в помещение, надо всегда поздороваться со всеми присутствующими. Ну, допустим, сказать «привет», «здравствуйте» и так далее. «Добрый день», «добрый вечер». Во-вторых, если начинается партия, надо протянуть руку и поприветствовать своего соперника. Во время партии не следует разговаривать, это запрещено. Кроме того, если вы находитесь на соревновании в качестве зрителя, ну, можно шепотом переговариваться, но чтобы никто, как говорится, не слышал вас. А игрокам, конечно, лучше вообще ни с кем не общаться. Потому что, ну, ваш соперник может воспринять вот это перешептывание как подсказку. То есть это, ну, это некрасиво, неэтично называется, да. То есть, что еще нельзя делать? Нельзя есть во время соревнований, то есть за доской. Разрешается пить напитки, то есть чай, допустим, какая-нибудь газировка, водичка, пожалуйста. Это разрешается. Нельзя, конечно же, курить. Употреблять алкогольные напитки, это строго запрещено. Что еще нельзя делать? Ну, в принципе, нельзя громко смеяться. Ну, вообще, нежелательно смеяться. То есть, если даже вы выиграли партию, ну, можете слегка улыбнуться. И обязательно, друзья, если вы проиграли партию, нужно протянуть своему сопернику руку и показать вот этим жестом, что вы не держите зла на своего соперника. То есть, всегда первым протягивает руку проигравший. Если партия закончилась в ничью, то первым руку протянуть может любой из играющих. То есть, ну, видели, как в соревнованиях по, допустим, каким-то ударным видам спорта, единоборствам, тоже соперники даже вот кулаками как бы стукаются, то есть приветствуют друг друга, показывают, что я на тебя зла не держу, понимаете, даже вот в таких видах соревнованиях, как говорится, разобьют друг друга лицо, но не злятся, это самое главное. То есть мы участвуем, играем в игры для получения удовольствия. Для того, чтобы как-то научить друг друга чему-то хорошему. Наоборот, даже если вы проиграли, следует даже сказать спасибо за игру. То есть вы чему-то меня научили новому. То есть, как у меня говорил тренер Александр Иванович Николаев, прежде чем выиграть одну партию, нужно проиграть 10. Вот такое правило. В принципе, что еще можно делать на соревнованиях по шашкам? Если вы участвуете в онлайн-соревнованиях, также перед началом партии можете написать своему сопернику «Привет», «Здравствуйте» и так далее. И в конце игры также можете написать «Спасибо за игру». То есть нежелательно также, как говорится, рубить флаг. То есть играть на время соперника – это некрасиво, да, но тем не менее зачастую применяются на соревнованиях. То есть и мне даже иногда приходилось это делать. То есть был один случай, я играл с гроссмейстером, не буду называть его фамилию. То есть у меня была проигранная позиция, но мы играли без добавления времени. И получилось так, что у меня времени больше, чем у него. Я вижу, что он, ну, просто физически не успеет поймать меня. У него было уже мало времени. И я ему предложил ничью, но он отказался. В принципе, я считаю, что я поступил этично.
То есть я предложил ему ничью, это, как говорится, уже на его выбор. Он мог отказаться, мог согласиться. Он отказался, и, в принципе, я его победил потом по времени. То есть тут ко мне никаких претензий не может быть. Один раз, правда, у меня случай был довольно-таки, даже два раза, довольно-таки неприятный. Ну, расскажу вам, чтобы вы понимали, что такое этично, неэтично. Ну, напишите сами, напишите свои комментарии, считаете, я поступил некрасиво или все-таки это можно так делать. То есть во время соревнований нельзя подсказывать никому из играющих вообще, и в том числе зрителям, нельзя подсказывать вообще ни ход, ни то, что надо переключить часы. То есть однажды у меня был случай, я участвовал в юношеских соревнованиях, я сделал ход на доске и забыл переключить часы. И все молчат, ну потому что нельзя подсказывать. И смотрю, мой тренер там мне корчит рожу, просто там... Я думаю, что такое, что он хочет? Посмотрел на доску, вроде все нормально. Думаю, может, комбинацию пропустил или что. Он опять чего-то показывает мне взглядом. Я понять не могу. Посмотрел потом на доску-то и увидел, что часы забыл переключить. Конечно, переключил быстро. Ну и успел сделать ничего, к счастью. Друзья, вот это как раз говорит о том, что нельзя подсказывать. То есть... Можно как-то намеком сделать знак своему ученику, как-то другу, что там переключить часы, да, но подсказывать нельзя. Кроме того, в принципе, на соревнованиях только судья может сказать одному из играющих, что у его соперника закончилось время. То есть в чате Владимира Скрабова, гроссмейстера по русским шашкам, однажды тоже спор зашел, то есть играли мальчик и девочка на юношеских соревнованиях детских, и, по-моему, мальчик или девочка выиграл, нет, по-моему, мальчик выиграл партию, получается, по времени, но он это не увидел, а по позиции была равная позиция, то есть, и он как бы предложил ничью своей сопернице, и они согласились на ничью. И вот зашел спор, в принципе, как должен ли был судья сказать, что время закончилось, или как бы засчитывать партию в ничью. В принципе, я считаю, что в шашечном кодексе прописано правило о том, что только судья имеет право говорить о том, что закончилось время у одного из соперников, то есть фиксировать падение флажка, так скажем. Поэтому я считаю, что судья обязан был как бы зафиксировать проигрыш вот этой девочки. У нее закончилось время. Но, в принципе, тут уже, как говорится, если судья это заметил, да, вовремя, то он обязан был сказать. А если судья не заметил, допустим, было много играющих, тогда уже, как говорится, ну, если заключили мир, как говорится, ничью сыграли, то я считаю, что, в принципе, ничья... Возможно, в этом случае. Что еще хотелось бы отметить? В принципе, вот тоже некоторые мужчины иногда как бы жалуются, что якобы девушка как-то не так пожала руку. Хочу сказать по этому поводу следующее, что девушки, девочки, они в принципе могут вам просто протянуть руку, ну и сделать легкое, так скажем, касание. Не обязательно сжать руку. Рукопожатие – это мужское приветствие, это не женское приветствие. То есть этого достаточно сделать для девушки. В принципе, этого достаточно. То есть легко пожали руку, и это нормально. Вот это мое личное мнение. Вы, друзья, пожалуйста, пишите ваши комментарии, что вы считаете по этому поводу. Что еще, в принципе, можно делать на соревнованиях? Ну, самое главное, друзья, запомните принцип. Никогда не делайте на соревнованиях то, что вы бы не хотели, чтобы сделали против вас. Вот этот принцип, он всегда работает. То есть, если вы сделаете что-то плохое своему сопернику, оно все равно к вам возвратится, так называемый закон бумеранга, и вы об этом пожалеете. Поэтому ведите себя достойно, прилично, как говорится, особенно если вы выезжаете на интернациональные какие-то соревнования, международные. То есть, помните о том, что вы представляете свою страну, свой край, республику, свой город и лично свою честь. Никогда об этом не забывайте, то есть ведите себя достойно.
До свидания, друзья. Пишите ваши комментарии. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. До свидания.